Сегодня правительство Красноярского края утвердило размер прожиточного минимума в регионе на второй квартал 2016 года. Его величина выросла на 1,4%. Теперь он составляет 11 111 рублей. Это в целом по краю в расчете на душу населения. Напомню, в предыдущем квартале сумма прожиточного минимума составляла 10 954 рубля и выросла на 157 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 746 рублей, для пенсионеров 8 641 рубль, для детей 11 708. Рост к уровню первого квартала составляет 1,4%, ну и, соответственно, утвердить все величины по социально-демографическим группам, природно-климатическим зонам и отдельные коэффициенты дифференциации для районов Крайнего Севера. Постановление, проект постановления согласован в установленном порядке, замечаний нет.